Всем привет, и если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, и с вами Дрейфуэр, и добро пожаловать в исправление с НКМ он квестов. Также у нас Blood Warfare начался, и вот эта хрень у нас начался, я не помню когда, подожди. А, уже началось что? Подожди, да, сегодня начался Brawl и Ичига Challenge, но сегодня у нас, вот он Ичига Challenge. Но сегодня у нас другое, сегодня у нас... где она? А, она вот здесь. Это гильд квест, и давайте я покажу вам, чему я рад в этом гильд квесте, что вообще прям офигенно. Во-первых, скажу, что на этом гильд квесте нету... Бляха, ну... Зацените. Техника атрибут x2, стронг атак дэмэдж x2, мили атак дэмэдж x2. Синий атрибут, видите? Кто у нас в бонусе, видите? Офигенно, это ТС. И ТС, наконец-то, только недавно сказал, почему ТС нету в бонусе. Ни разу не было еще, как тут вдруг появляется. Также хочу сказать, что это прям почти отлично для ТС, потому что тут, я думаю, враги пустые и ноафилейшн. А тут, оказывается, хуманы ноафилейшн. Короче, на обе фракции нету киллера. Ну, понятное дело, на ноафилейшн нет, но на хуманов тоже нет. Поэтому сегодня невозможно подобрать перса с киллером на любого моба, который здесь будет. Вы здесь не увидите ни одного, вот ни у кого ни разу не увидите сейчас персонажа, который будет наносить киллерный урон, то есть светлый этот, яркий, только желтенький. И я пойду, конечно же, за ТС. Давайте посмотрим. Так, у нас Уруру и Тошек. Ну, в принципе, это все, что у меня есть. ТС, Уруру и Тошек. Никто у меня из них не занят. Ну, ТС не может быть занят, то, что я им играю. Вот. Слушай, а у него с гильдквеста ничего не снялось? Ой, с гильдквеста, говорю, с этого, с Сенкаймона. Ничего, я переживаю. Нет, все на местах, отлично. Итак. Ну, вы видели, как он был. Не лень его показывать снова. В принципе, вы его постоянно видели, а он такой же остался. Так, ты вот и вот ты. Все. Сегодня у нас 3 бонуса. Ее! Попробуем пробежать на 165 тысяч хотя бы. Ну, с 3 бонусами точно 165 можно сделать. А вот 170, не знаю. Так, фокус убираем, нам не нужен, и погнали. Потому что условия тут просто идеальные для ТС. Он ближник, он кастер, и он зеленый. Это просто жесть. Я рад, что наконец-то для него сделали бонус. Потому что... Ну, потому что так. Итак, сразу кидаем второй прием. Проверяем, насколько я облажался. Я не сильно облажался. Сильно. Отойдите. Так, еще раз повторяем то же самое. И давайте мы с вами кинем первый прием. Шел. Отлично. Так, бежим, бежим, бежим. Второй прием. Бум. Что? Они здесь? 12 тысяч. Ну, конечно, со всех дается бонус это само. Ну, блин, забыл. Со всех... Ну, вы поняли, короче. Мили там этот дэмэдж, вот это все. Не попал, что ли? Ну, ульту берем обязательно. Ульту надо всегда брать. Да. Мама, спаси меня. Бежим, бежим, бежим. Так, мы третий еще ни разу не кидали, потому что надо второй все время кидать. То, что тут, вот, прямо я тебе говорю, это идеально для ТСА, потому что тут локация, видите, какая, она вся тут с узкими путями. То есть огромных расстояний я не вижу пока. О, блин, да ты издеваешься, я не могу ее убить, вы чего? Это нельзя. Ну как это? Как так? Действительно, как так? Грустно. Блин. Просрал просто у него первый прием. Ну ладно, он уже откатится к тому времени. Так. О, конфуз. Это плохо.
Хорошо, плохая статуя, у нее больше хп, она разрушается медленнее, чем... Угу, хрен вам, господа. Вот тут ульту можно кидать, потому что у меня было их 3 из 3. О! Смотри, сейчас сзади его. Хоба! Я обделался. Не, я не готов это терять все. Так. Тут комбо хрен наберешь. Комбо хрен наберешь, потому что очень много урона проходит по ним. Мне жалко терять урон. Так, ну понятно. Короче, все боссы у нас люди, а все мобы у нас no affiliation. Я больше ненавижу их не за то, что они делают гильд-квесты такими, ну, типа, что там единичку урон, то все. Нет, это мне пофиг, это мне все равно. И не этих прячущихся. Я больше ненавижу их за то, что они делают этих конченых самолетиков, сука, конченых самолетиков, которые просто одним ударом на всю карту стреляют. Ну вот то что... Что тут есть? О, тут нет самолетиков. Подожди, сделай вот так, я, блин. Не хочу это терпеть. Вот так вот. Вот как надо было сделать. Короче, подбегайте на середину, ультуйте, и все, ребята, можете жить спокойно. Вас не тронут. Ну, тут на последних двух мы опять же ульту кидаем, как обычно. Ты чё? Господи, чуть не подставил меня, прикинь. Ха, живой остался, вот это да. Как? Гинджо. Фу, ну хоть этого убили, шотнули. Вот блин-то, а. Ну чё, 163, да? Давай. Ну вот, пожалуйста. О-о-о, вот это хорошо. Это мне нравится. Нам сегодня дали 1 золото. Отлично. Итак, всем спасибо за просмотр. Пойду готовиться проходить Senkai Moon Quest. Ну, я думаю, сначала коп все-таки пройду. На этом все. С вами был Дрифор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте во все группы. Следуйте по всем ссылкам, которые есть в описании. Не забывайте смотреть видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи, всем пока.